всем! Вы на канале «Провинциальная жизнь». Вот вы, наверное, думаете, пришла куда-то в какой-то мусорник. Ну, почти что да, можно и так сказать, мусорник. Но когда-то это был комбинат нашей шахты «Аютинская». Было 3 этажа, но это, правда, задняя сторона этого комбината. Впереди стоял памятник красивой розарии, красивые сосны. Вот в той стороне еще сосны видно. Это был комбинат, там стоял ЦОВ, то есть обогатительная фабрика. Вот такое большое здание. Здесь работали практически большая часть жителей нашего поселка. Здесь вот в этом комбинате в 2000, я не помню уже в каком году, снимали фильм «Последний забой». Здесь вот в этом здании этого комбината. Здесь вот были, все здесь были полностью, и бани, и актовый зал, и все эти, контора вся. Вот, в общем, с той стороны там еще было отдельное здание столовой. В общем, это было такое место, ну, как бы центральное место нашего поселка, потому что здесь работали многие люди и шахтеры, кто работал особенно в забое, хорошо получали, зарплату хорошую получали. Ну, это, конечно, еще в те времена. Конечно, потом наступали такие времена, когда шахтерам не платили деньги от слова совсем. И вот терриконики. И приходилось очень многим жителям нашего поселка выбирать уголь на этих терриконниках. Выживали как могли. И вот теперь вот эта огромная площадь, это все оказалось засыпано мусором. Поразобрали, даже не знаю, кто это, люди разбирали или еще как, само оно развалилось, даже не знаю. Сюда ходили автобусы. Здесь очень такое движение было большое. Здесь была жизнь. Жизнь вот поселка. Потому что все было завязано на этой шахте Аютинской. От этого предприятия были садики. Все это, дороги делались. Ну, в общем, поселок жил за счет этой шахты. А сейчас вот, вот это все, что осталось от нашей шахты Аютинская. Очень, конечно, печально, что остались одни мусорники. Ну, надеюсь, может, когда-нибудь что-то где-то изменится и наладится. Мы только живем с надеждой. А пока вот решила вам показать, что осталось от большого комбината. Запустение, куча мусора и тишина. Ну, вот такая небольшая экскурсия в наше прошлое. А столовая была, я помню, там были очень вкусные коржики, вкусные сливки в бутылках стеклянных с желтыми крышечками с фольги. Наверное, помнят многие это. Очень было туда, нам в школе мы были, ходили туда за этими коржиками. А в комбинате стояли автоматы. Газированная вода была такая, которая вот в городе была по 1 копейке без сиропа. И вот этот запах вот этой газированной воды, вот какой-то угольной пыли или чего-то, вот он пропитанный был весь комбинат вот этим. И когда вот пили эту газированную воду, вот все время вспоминаешь этот вот запах этого здания, этого комбината. Ходили шахтеры черные, с черными, только глаза одни сверкали. А когда заходишь в автобус, эти шахтеры ехали со смены, был полный автобус мужчин с подведенными глазами, потому что они мылись, а глаза все равно не оттирались. А ну-ка, каждая смена, вся эта пыль въедалась и въедалась. Очень много у нас людей, которые после шахты силикозом заболели. Все это даром не дается, не проходит мимо. Ну вот, такое видео у нас сегодня получилось. Подписывайтесь. Пока-пока.